Всем привет, с вами Псенечка ТВ, и сегодня мы будем делать видеоурок о том, как фотошопить аватарию. Для этого нам надо понадобиться Photoshop PS. Ну, не знаю, как он там называется. Так. Нам нужен какой-либо фон в аватарии. Ну, там, поняли вы. Я вот такой, типа, возьму. Сохраняем изображение. Вот оно, наше изображение. И нам нужно потом, ну, там у друзей аватара запросить. Итак, вот первая фоточка моей сестры. Копируем же изображение. Нажимаем Ctrl-V. Видите, у нас это получилось. Если хотите добавить еще какого-нибудь там пацана, или еще одну девочку, давайте еще одну девочку добавим. Итак, вот я нашла, ну, еще одну девочку. Мы постараемся найти какого-нибудь там легкого вот так боя. Думаю, что вот это вот сойдет девочка. А что там дальше еще есть? Так. Ну и, собственно, также нажимаем Ctrl-V. Переносим фотографию подальше от нашей сестры. Ну, моей сестры. А нет. Ну, поняли. Так, обводим все это дело. Обводим, обводим. Так. Все надо четенько и аккуратненько вводить. Иначе у вас получится криво. Если у вас криво, то можно, конечно же, поправить. Но я не рукожоп, мне лучше вот так вот сделать. Наблюдайте просто за движениями. Ну или можете просто продолжать. Это еще что за фокусы? Не, ну реально, что это было? Это неожиданный поворот был. Блин, у меня мышка сводит. Давайте просто не вот так вот, а вот так вот как-то, ну, вот так уменьшаем размер, и вуаля, вот так, получилось красивое пышное платье. Так, это получилось криво. Так, мне уже ВКонтакте пишут, начинают бесить. Ну, попытаюсь не реагировать на это. Так, да, это все правильно. Вот эту девочку возьмем, а вот Аннабель сотрем. Я проверила ВК, мне там это друг написал, и... Меня удивило то, что он написал. Это какой-то вопрос был, но там... Что ему делать, типа там что-то... А, опять он пишет.
Короче, не отвлекаемся. Я буду просто игнорить в это время. А потом уж прочитаю. Так. Обводим. Спросите вы, зачем обводить это? Когда можно все это стереть. Ну, у вас ничего не получится, если вы просто будете тупо так, ну. Поэтому лучше обводить. Потом уже все это вырезать, потом и это удалить. Я сейчас просто не выдержу от такого количества сообщений. Мне уже интересно, что он мне там пишет. Сейчас проверю. Так, он что-то там про себя пишет. Странно, что в аватаре есть такие топоры. Блин, у меня уже криво получается. Блин, не туда. У меня сейчас мозги взорвутся. Все, я пошла проверять. Так, все, мы сделали это. Теперь придется убрать все изображения. И начать уже самое главное. Зачем я вообще с таким светлым обводила? Вот зачем? Все, мы это сделали. Придется стирать. Готово. Придется и это все удалить. У нас получилось. Так, что же мы дальше делаем? Мы увеличаем. Ой, не то увеличаем. Мы увеличаем размер аватара, типа до такого, и надо обрезать все эти штучки. Ну, там я чуть-чуть это сделала все. Придется самое главное, к самому главному приступить. Обрезать все это. Шутка, шутка. Так, мы это все дело копируем, вставляем, это стираем, и вот что у нас получилось. Придется вот так вот сделать. Знаете, что еще надо сделать? Вот это сделать. И еще это. Вот так вот. Так. Придется еще и к этой девочке перейти. Ставим ее вот сюда. Надеюсь, она увидит это видео и будет в полном шоке. Так. Мы это
Копируем, вставляем. Это стираем. И вот у нас опять. На самом деле я покажу, как это делать. Но чуть позже, когда вот это вот закончу. Так, мы сейчас введем вот это вот. И вот. Ой, не то. Копируем, вставляем. Вот так вот делаем. И стираем все это. Вот. Так, надо вот это все синее убрать, это мне это не нравится. Так. Так вот делаем. Вот так вот делаем. Нет, не то. Так, нужно сделать бабочку. Ручная бабочка. Сейчас крылья добавим. Добавок. Нет, я знаю, чего ей не хватает. Вот такие. Вот такущие крылья. Короче говоря, вот так вот делаем. Такая бабочка будет красивая. Но там будут еще следы. Следы, ну там, скажем, крови. Ну да. Скажем так. Типа вот такие вот следы. Отсюда следы идут. Ну, и она, конечно, все это вот так. Все это вот так вот.
Конечно же, сохраняем все это. Берем Photoshop, открываем. Вот наше изображение. Я сама придумаю ей имя. Так. Сделаем цвет. Какой-то там фиолетовый. Короче. Сейчас. Так. Берем. Сейчас. Чего? Так. А ладно, в принципе, пофиг. Выбираем стиль. Ой. Тут у меня есть разные стили. Даже есть золото. Лиза бы, конечно, захотела бы золото, но золото как-то не модно. Во! Вот это самый раз. Короче, думаем имя этой девушки. Я вот возьму вот такой какой-то светло. Такой. Будет Василиса. Так, выберу. Ну, можно было и так, но нет. Так, вот это возьму. Это точно. Заходим на мою страницу. Высылаем все это. И вот это вышли. Вот. Так. Пара.
Так. В джунглях. Вот так. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.